Ну, в Крыму стартовала очередная смена Всероссийского молодежного форума «Таврида» на Бакальской косе. Сейчас там работает и делегация Тюменской области. Этот заезд для начинающих художников, скульпторов и искусствоведов. Всю неделю ребята будут работать над проектами и посещать мастер-классы. По итогам смены 10 лучших смогут претендовать на государственную стипендию. Есть у участников шанс попасть в Союз художников России. Это место, этот форум и люди, которые делают этот форум, дали мне возможность раскрыть все свои чакры и напитаться буквально из разных источников творческими силами и энергией,